прошел небольшой дождик. Пробую найти перелифт с помощью щупа. Песок. Слышно, что песок. Это корень, похоже, глухой звук. Вот тоже песок. А там, похоже, на камень уже. Оп. Вот звук камня. Стук камня, что-то есть. Сейчас попробуем копануть. У меня-то есть. Опа. Какой поросенок. Перелифт. Что-то вроде медового. Надо мыть. Ладно, отложу его. Вот, пойми. Случайно он здесь. Или еще что-то. Так, неудобно так одной рукой. Поэтому я пока выключаю. Скайла не обойтись. Надо выворачивать камни. Есть очень серьезные образцы, конечно. Потому что дорогу отсыпали. Ух ты, какой. Красненький. Тоже за кайлом пойду. Этот просто так не вынести. Плохо. Ну вот, каких-то 15 минут. Урожай есть.
Че? Это на любителя цвет. Глубокая вышла яма. Какой хороший. Может быть, кто-то увидит, что не все беру. Вот такая уж. Ой-ой-ой-ой. Какие прекрасные образцы. Да, рисунок не похож один на другой. Красивая штука. Медовый с красным. Дорога перед лифтом отсыпана. Вот это да. Вот это брекче, так брекче. Интересный рисуночек. Прекрасно.